Здравствуйте, меня зовут Гощенко Наталья, мне 36 лет. А на проекте для того, чтобы показать себя, посмотреть других, получить новые впечатления, новые эмоции. У меня двое детей, муж. Мы с детьми занимаемся в свободное время ирландскими танцами. Поем, танцуем, путешествуем. Прошу прощения за простуженный голос. Вот. Но не смогла удержаться и сидеть дома. Правильно, нечего сидеть дома, нужно петь, даже с простуженным голосом. Спасибо. Вас мучить, слышно, что голос, конечно, нездоров, но это очень прилично. Спасибо, вы давно поете? Всегда. А у вас есть какое-то музыкальное образование? Да, есть музыкальное образование. Я учитель музыки в школе, но работаю не по специальности. Хорошо, спасибо. 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 Свободное от свободного времени. Время? Я работаю парикмахером. Свободное время. Занимаюсь с детьми. И это приносит большое удовольствие. И поем.